Всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а в этом ролике мы играем в Фазмофобию в кооперативе. Всем приятного просмотра. Надо, нет? Не надо. Датчик звука, да не надо. Короче... Там есть датчик движения дополнительный за 100 баксов. Анатолий, для тебя рассказывали, есть такое условие волшебное. Выключать Дискорд всем во время катки. И не говорить по Дискорду до конца катки для атмосферы. А связываться через М русскую ты говоришь напрямую, а через И русскую ты говоришь по рации. Так, я появился. Так. Товарищи дорогие, скажите, а меня слышно вообще? Да, слышно. Так, ты выбрал тот дом, то блядь. Я выбрал нормальный ебать, дом. Он огромный. А что тебе не нравится? Фармхаус. Ебать, он какой-то огромный. Так, я возьму МП. Короче говоря, микрофон в игре звучит вообще в разы хуже, чем в Дискорде. Мне это так неприятно слушать. А у всех так. Даже у тебя. Так, я беру сразу камеру. Блин. Так даже у тебя. Так. Не то ли бери. Так, ну я блокнот еще по приколу возьму. Я понял то, что я соль забыл. Камеру. Шкун, не сильно хуже меня слышно? Нет. Ну все. Блять, я говорил, датчик движения купить надо. Да чё, пофиг. У нас горящей свечи у нас, нет. Найти, заказать присутствие, ну, второе, четвертое можно сделать и первое, похуй. А потушить горячую свечу нет. Ну, да. Толь, как да. Правильно читается Дороти Томпсон? Дороти да, это? Да, Дороти, Дороти, да, правильно читаешь. Дороти или Дороти? Дороти, Дороти. Ну, Дороти. А тебе это прямо так важно? Да, мы к нему обращаться будем. Анатолий, возьмите фонарик, пожалуйста, и возьмите фотик. А кто может блокнот взять? Блокнот кто может взять? На полу лежит. Блокнот. Пусть вон Толя возьмет блокнот, а пусть крест возьмет вон и Данечка. У меня все занято. У меня все занято. Один вопрос. Мне не надо крест. У меня все ячейки заняты. Все, забудь, я его взяла. Нахуй ты выкинул. Забирай его. Ну так балкон. Потому что дай подберу, блять, как, вот, все. Ты можешь, короче, максималку брать три предмета. Я уже заметил, думаю. А вот это что за палочка? А менять предметы на Q, Толя. На Q меняешь предметы. И предметы ставятся на Т английскую, если что там. Или выкидываются а на G. А зажигалку никто не взял, да? Если ты знаешь, зачем она тебе нужна, бери. У нас 5 минут. А у кого МП, кстати? Чё, у кого? У кого МП? У меня нет его. А, у меня МП, все, я вас напугал. Я вас напугал, но у меня все. Не-не-не. Блять, дурак. Все, пойдем. Пошли. Ну, короче, это дом. Красивый дом. Я взял. Все, оперативно смотрим. Ребята, главное не разделяться, не повторять ошибку. Главное, говори по рации. На и русскую. Да. Это может быть, вы меня ищете? Мы сейчас
Я не знаю, у меня его нет. Я с термометром. Я с термометром. Ходи, смотри, где комната. Да, блядь, не рассказывай сказки. Она знает, Шкун. 21 уровень, чё ты ей не веришь? Да, у нас попасть. Ой, я волшебным образом из дома вышел, я обратно зашел. Да, там, кстати, есть дверь на выход. Еще одна, я хуел. Еще одна? Да. Фига себе, я не знал. Или 4, я тоже охуел. Свет потух. Я могу сказать то, что свет потух. Блядь. Генератор, вот он, вот я нашел генератор, он работает. Работает. Правильно, потому что я его включил, бля. Я на чердаке. На чердаке ебать стрим. У нас 5 минут, они уже идут давно. Блак, вы нашли комнату? Нет. Так, засранная ванна. С МП ходи, Данечек, ты так. Я хожу с МП. Вот, помогай. Смотрите наверху, на втором этаже, смотрите, может здесь... Я лестницу пока на второй этаж не нашел. Блядь, опять генератор. А, во, вижу. Включи генератор, сука. Опять свет сжал. Сейчас бегаю. Шкун, у тебя есть подозрение, где хата у него? Возможно, чердак. Ну это же чердак, это стрём. Ну возможно, ну, где-то ещё. Свет. Всё, спасибо. Ты можешь... О, блядь, 3 градуса! Где? 2. Нашли. Так, ставим здесь канал. Так, сейчас я вас найду. Кто мне в лицо светит? Я. А, все. Здесь, да? Да, блокнот ставлю сюда, на стол. Так, хорошо. Мне с ней поговорить или рано? Говори. Дороти Томпсон, дай нам знак. Сколько тебе лет? Где ты? Дороти Томпсон, дай нам знак. Где ты? Сколько тебе лет? Здесь шляпа. Ответь что-нибудь, где ты? Ну я включил радио, возможно через радио. По радио отвечает. Что произошло? Ну, начнем с того, то, что она только что передо мной, да, появилась и прошла мимо. А кто обоссался, я не понял. Блять, у меня только что фонарик нахуй ёбнул. Толь, а ты за стеной, что ли, Толь? Блять, я здесь вот с крестом стою по на стене. А, ты ее отпугнул, видать. Ну, короче, она вышла со мной на связь через радиоприемник, это можно отметить. Я пошел в фургон, нахуй. Пошли, я с тобой пойду. Тебе-то куда? Сиди тут, нахуй, с ними, а я пошел один в фургон. О, какой умный, блин. Ладно, а где Толя? У него распятие просто, я с ним похожу. Я на чердачке. А, ну все, я тут. Опа, радио что-то дурит. Так, ну я радиоприемник отметил. Датчик зеленый переставьте, пожалуйста, над кроватью где им поставьте. Слышишь, Данечка? Я слышу, только... Слева, вот, да, датчик переставьте.
он открывать куда-нибудь. Да, вот сюда куда-нибудь. Ну или может левее. Я правда вот Ксюшу с Толей путаю, они почти одни и те же. Не, давай левее. Так, ладно, Толь на чердаке, я с ним хочу. Его хуёво видно, он, блядь, прям засвечивает. Чё, мне ещё раз с ней поговорить? Поставь его, попробуй на стенку около двери. Ну вот левее, левее, вот да, вот одна стенка. Всё равно так себе. Ну ладно, похуй, оставь так, хуй. Чё, мне поговорить с ней? Да, говори. Тут, короче, фотик, свеча и солома. Это чё, им принести? Сколько тебе лет? А уфай фонарь кто-нибудь взял? А, да видно. Да, там у кого-то был фонарь. Блять, минус глаза, можно не засвечивать меня, пожалуйста? Сколько тебе лет? Она отвечает одиночку. Где ты? Выйдите из комнаты, чтобы дамочка стоит. Оставим их наедине, пусть поняшь. Где ты? Сколько тебе лет? Я честно вообще не ебу, что делать надо, как делать надо. Я только что впервые запустил игру. Вот. А, ну ты фонариком подверяешь. Она у меня в комнате, помогите! Данек, скажи, ты что, секун что ли? Че ты какой-то бабы испугался, блядь, не видел? А потому что она может задушить, если че, начнем с этого. Начнем с того, что ты в игре, она тебя не задушит. Слышь, хуй, ой, иди сюда. А где я? Капец, на камеру жесткие были помехи, но я никого не увидел, кстати. Она здесь в комнате была, короче. Напиши в дневник. Напиши, пожалуйста, что-нибудь в дневник. Кто сдох? Кто-то сдох. Видать, Толя сдох. Толя сдох. А нет, Толя умер. Толя умер. Видите фу. Видите фургон. Пошли в фургон. Пойдем, пойдем. Ну а чё, он сам сказал её не бояться, вот. Откис. Блять, нужен дом со шкафами, это так пиздато. Активность высокая. Фаза атаки. Вы вышли? Нет. Опять камера. Я сижу с МП, она где-то угорает. Выходи, блядь, я дверь открыл. Фига вы меня осветили, глаза можно выколоть. Там Толя, наверное, весел, он там бегает. Ну Толя, да, ему вообще отлично, задушили его. Короче, был. О, вот так тут вот огонек вот есть, призрачный. Где? А, да, вижу, 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 вижу. Отметил. Короче, да, вот призрачный огонек и лазерный проектор. И теперь надо еще одно доказательство. А начнем с того, то, что МП я не выполнил, и датчик движения еще не выполнен. Датчик движения не будет выполнен, у нас их нету. Датчик движения не тот. Датчик движения за 100 баксов, который... Понял. Ну мы принципиальные надо, сучки, надо... его нельзя. Короче, надо поставить свечу и зажечь ее. А у нас есть свеча разве? Я зажигалки свечу купила, а зажигалку не взяла, потому что думала... А-а-а. Бля, ладно. Ну значит у нас только АМП и узнать и призрак, и все. Отпечатки рук она не оставляла, дневник пустой, блядь. У нас 4 вида сейчас. Банти. Какие 4? 3. 3 вида. Почему 4? Радиоприемник банти был. А, радиоприемник был? Да. Она ж со мной базарила. Тогда ёк и всё. Чё? Да.
А почему именно Yokai? Так лазерный проектор к вам подходил, у меня вот эта вот фигня, вот видишь, вот лазерный проектор, вот видишь, он даже сейчас. Ну. Шевелится, а он прям там вообще мигал жестко. Стойте, подождите, не в этом прикол лазерного проектора, там белый силуэт должен пробежать. Да, там был белый силуэт, когда камера помехи были. А, ну все, тогда поехали. Путь. Ну давайте, Yokai, а мне точно не надо сходить МП его шугануть, чтобы задание было? Ну, мне все равно терять нечего, я ничего не ставил. Иди шуганю, но у меня шмот тем много. Ну давайте, пожелайте удачи. Так узнай, где Толя умер, и возьми распятие. А Толя прям там, в той комнате. Вот надо освободить. Я сейчас тогда выкину тут на дороге разговор этот с ней. Выкини. Или с ним, хрен его знает. Ну выкини разговор, возьми распятие, ну хотя бы что-то будет. Окей, я пошел. Скинешь перед ним. Ну мы, конечно, до сих пор не разобрались, как она работает. А может, Аня, тебе не надо идти? У тебя рассудка 29. Да хуй. Я сдохну, если у меня все шмотки. Ханана. Ты не ссы, ты смотри, сколько рассудок. Да ничего не будет из-за рассудка. Пизда ему. Блять, камера ебаш. Че, мы ничего не получили? Какой райдзю, блядь? Райдзю какой-то. Райдзю. Круто, да. Райдзю. А я... Кстати, МП до четверки подскочил, когда я пришел. Ну, это не пятерка все равно. Ну ладно, давай еще раз. Давай, вот, Ксюша, скажи, вот МП должно именно 5 быть, чтобы его отметить, да? Да. А четверка это фигня. Четверка нет, это наебал его полное. Нет. Взял раз 5, взял термометр, взял 2 фонаря, все. Зажигалку я положила. Соли взял. Положила. Че еще взяла там? Блять, забыла, что я положила. Толь, ну че, как тебе понравилось первому помирать? Дань, понимаешь, сука, а где кричать от страха? Не знаю. А где зажигалка? Вот у меня такой же вопрос, блять. А, так я положил ее, нет? Где не страшно. В процессе игры жиги может нету. Быть. Когда много все, народа, положила. Не так страшно. Все, а если иди. Один... Давайте в этот раз Толя один вчетвером... домой пойдет. Заебись, ты мне только тогда диктуй по этой, что делать надо. Да-да-да. Вот. Я хочу, да чтоб... Не, пусть он идет один в этот раз в дом, ну, в какой-нибудь такой момент, да чтоб... он не поймет ничего. А, ну когда в такой момент, тогда ладно. Да, чтоб испугаться. Блядь, а, кстати, Толь, сейчас вот кто нас убивал? Девка мелкая? Там был какой-то уебан в костюме химической защиты. Да, вот такое. И он угорал как бабы? Да. Прикольно. Ну там трансвестит, походу, был. Мы думаем, что силуэт не женский, а... Толя, а ты в курсе, то, что если нажать пробел, можно по комнате ходить? Чего, блядь? А, вот это да. У меня с этого как бы и началось. Смотри, я смотри, поэтому... Толь, смотри. А, я здесь с вами, я не один. Скелеты да. Из шкафа выкинул. О, скелет в шкафу. Я могу баллончики раскидать, но... Меня печёрка. Камин прикольный, Толь. А, это камин? Блядь, пятёрка, давай, в смысле? Не соль? Чего? Типа соль, не соль, пятерка. Ай, блядь. Чё-то посмотрю, подожди. Фига ты в душу смотришь. Какие-то ты, блядь, знаешь, что-то... Ну, я не могу ебать. Не, Жкун самый стрёмный, забей. Нет, не... У Райдзю не было, короче, радиоприемника. Был АМП, призрачный огонек, лазерный проект. Я, короче, беру соль. Так, потому что, ты проебался,
Ага, хочешь сам побегать с ним и потом отмечай, радиоприемник или нет. Так, я взял опять тоже, я взял фонарик, взял камеру. Кстати, я могу фонарик... У меня МП, фонарик, соль. Можно выполнить все задания, получается. Можно, если зажигалка есть. Ебать. Есть, я взяла. Охуеть, среднего рассудка 45, ты прикинь, у четырёх человек нужно. Какой 45? 25, косоглазый. 25, это вообще жопа. 45, 45 это легко. Чё, мы идём? Возьми ключи, ключи взял? Ну, кто-то их взял. Прием, прием, пошли. Жалко это у меня. О, люблю грозу. Американская мечта, нормально. Блять, да не светишь ты в глаза. Давайте смотрим дом. Смотри, вон, везде включаем свет. Я не знаю, у кого что, поэтому делайте, что умеете. Мне не надо включать свет, этот щиток выбьет нахуй. О, слышал науку. Тут второй этаж, я, короче, открываю все эти. А вода пошла, это чё? Не вода надо, чтобы она грязной стала, можно сфоткать и получить бабки. Я знаю, просто её разве включать самому можно? Вода зажглась. Ой, пошла вода и вырубилась, фига себе. Это я сделал. А, ну не делай так больше. Потому что у меня МП на трешку пошел, у меня МП 3 в ванне, где сейчас ты воду включала. Где? В ванне МП 3 у меня. Че, он в ванне хочет? Он, да, он здесь. Все, значит. Вот здесь вот было МП 3 в ванне. Это не здесь. Я вот здесь встал, у меня было МП 3. Попробую, а дальше пошел. Ну здесь 10 градусов в коридоре. Ты еще такая говоришь, это я с водой играюсь. Кстати, телек включился. Нет, это я его включил. Вот, вот теперь приколы такие, то что мы не знаем, кто что включил, и сами... Опа, помехи какие-то непонятные. Шкун, вот где телек может посмотреть? 7 градусов. Я в гараже. 6 градусов. Все, значит, ставлю сюда. Выключи нахуй этот телек. О, блядь. А, я баклан, я сейчас к вам приду соль сыпать. Давайте соль насыплю. Сыпь, да, вот сюда соль. А блокнот поставили, да, все, заебись. Пойду за свечкой сходу. Это что за звуки? Ебать, Рождество, нахуй. Какое нафиг Рождество? Мне кажется, я больше вас боюсь, чем призрака. Ебать, а где свечка? У меня? У меня соль кончилась, я пошел ее назад выкидывать. На Т, наверное. На Т. Ставь вот сюда, короче. Не, вот сюда, около телека. Поставь вот сюда, около телека. Вот сюда, на Т. Ты зачем поставь. Идешь? Соль ложить. Давай. Мне взять распятие или не надо? Алло, прием. Народ. Мне кто-нибудь по рации ответит? А ничего так то, что тут след на соли вон. По рации так ущербно. О, здрасте. Давай я зажму. У кого фотоаппарат, надо сфоткать след? Да нет, нахуя ты ноги не помыл, вот скажи, а? Погоди, это, у кого фотоаппарат?
У меня. Нету. Сфоткай там соль. Соль сфоткай. Термометр 6-8%. 8, блядь, галки. Ебать. Все круто. Есть пробитие. А есть это фонарик отпечатка? Печатка. Мне за распятием вот сходить. Вот, а, нет, это соль. Давайте я принеси... чем-нибудь схожу, у меня нету ничего все. Я уже ушел. Принеси фонарик. Фонарик. Че записать? Так, я взял распятие. Стойте, нет, не идите. Где ты? Запиши что-нибудь в окно. И что, мы сталкерить за ним будем теперь? Просто он отвечает только одиночку, а чтобы он один был. Свет мигает, ему жопа. Куда он пошел тогда? Сейчас он запишет, мы уйдем, он запишет. Не сходу. Да, ищите следы. Ну вот след на ковре. На ковре след на ковре. Новый. Где? Да вот след на ковре. В глаза, что ли, долбишься? Ну да, след есть. Шкун мне недавно еще заявляет. У меня нету еще это. Один. Вот он, а, Ксюш, вот здесь новый след в проходе, где ванна. С фоткой. Одного достаточно. Да. Не фоткайте вот эти именно следы, короче, на дверях и так далее, не соль. А именно нужно в другую. И надо кость найти. Кто-нибудь видел кость? А, мы такие блядь, классные. Блядь, пар изо рта. У кого термометр? Тебе кажется. -6, -6, да, есть. А, не, отмечаем. Минус 4,8. Минус 7. Минусовая температура. Сразу отметим. Но я отметил. Я пошел на второй этаж. Напиши в окно что-нибудь. Джозеф Муган, напиши в окно. Джозеф, напиши в блокнот. Где ты? Сколько тебе влезет? Напиши в блокноте. Ксюша, нормально то, что вода в раковине не утекает? Чего ты говоришь? Вода в раковине не течет. Ну так она уже натекла, там хватит. Я просто не пойму. Она же должна смываться, не? Так это я. Огонек есть? Да, есть, есть огонек. Шкун, это ты? Нет, это я, если это ты, Толь. Да ты заебал по рации вечно говорить. Тебя так по-уебански слышно, ей-богу. Народ, меня нормально по рации слышно? Дай мне. Сколько тебе лет? Мне что вообще делать, ты скажи? А какие у тебя предметы? У меня есть соль, у меня есть фонарик, у меня есть другой фонарик. А зачем ты соль взял? Она кончилась. Сходи, положи обратно. Да не очень, у кого МП, киньте на стол. Окей. Сейчас приду. Слышно, да? Да это Толя фигней страдает, чай отнесу. Нужно минусовая температура. Минусовая температура и огонек. У кого фонарь этот? У меня. У меня фонарь есть фиолетовый, а что надо куда светить? Дай мне фонарь. Там. Ну или на дверь, да, посвети.
Как двери светишь, и должны быть, короче, зеленый отпечаток. А вот я ходил, блядь, вообще ни на одной дверце, ничего нет. Ты, короче, окна смотри, двери. А, короче, вот, смотрите, вот быть... есть одна рука вот здесь, вот, ну, вот, тут, вот она на окне. Где? Сфоткайте руку на окне. Держи фонарь ровно. Держу. Щелк, все. Готово. Так, отметил отпечатки рук. Да, это Ханту все. А вы уверены? Еще одна есть рука, если вам надо, на дверце в ванне вот здесь. А что у нас, какие задания? Сейчас схожу в фургон проверю. Ну, у нас рассудок остался, и все. Дневники на да? Средний рассудок ниже 25% и определить тип призрака. Остальное мы выполнили. Ну давай. Надо триггернуть его. Шкун, дать тебе распятие? На живца брали. На, вот да, меня не выйдут, а ты... А Заху ты мне дал распятие? А, да, согласен. Ну чтоб ты с ним пошел внутрь, а я буду сидеть. Я был с распятием? Да. Ну, нормально. У вас так светло в квартире, я офигею. Кстати, тут активность скакала больше середины, но уже упала. Шкун, с какой целью ты пришел? Так надо... Как его бесить, блядь? Сейчас я вам дам штуку, которой вы его взбесите. Вот, поговорите с ним. Как его звать? Джозеп Море какой. Мур. Вот, короче, поговорить. А, ну все, помянем. Бать. Ну, как бы все. А что это за звуки были? А это Джозеп. Он, типа, охотился. Импорт, где, где, блядь, у меня распятие, нахуй? Ты, дурак, да, пришел его и выкинул в фургоне. Зачем ты это сделал, я не знаю. Сейчас. Чё сейчас, фаза Джозеф атаки? Мур. Джозеф Мур. Джозеф Мур, если ты сейчас не выйдешь, я позвоню твоей маме, сука, через эту коробочку. Я нажалуюсь ей, блядь, будет очень плохо, мужик. Так что давай по-хорошему. А у меня, кстати, тут FM постоянно повышается. Что это значит? А, ну по приколу так, ладно. Ну типа да. А тут ты чё орёшь, больной? Чисто фиксированные команды у него есть, да, чтобы он реагировал? Блядь, да. Давай чем-то раскидаем. Давайте да, у него есть команды, с ним надо разговаривать. С ним рандомно говорить, он что-то поймёт. Джозеф Мум. Толь, ему можно задавать вопросы, сколько тебе лет, где ты, и просто спрашивать. Я на второй этаж заебал. Джозеф, этаже... А, и дай нам знак. Сколько тебе лет? Иди на второй... Дай нам знак, еще говори.
Народ, призрачный огонек. В главной комнате призрачный огонек. Вы меня слышите? Алло, прием. Какой, блядь? Где телек? Призрачный огонек летает. Ты фу, гонишь? Да. Хуй ты там где? Смотрю камеру, нашел призрачный огонек. Нафиг мне с вами-то сидеть? Нам нужен рассудок минус 20, меньше 25%. Народ, это Ханту отвечаю. Ну вот призрачный огонек можете отметить, он был. Да мы знаем, блять, мы давно уже все вселенной, блять. Нам просто надо меньше 20% рассудок, блять. Нам надо просто поебать его. Ну сидите. Я так понял, ты там на базе, скажи, кто из нас самый ебанутый. Мне кажется. Я даже не знаю, вы все куда-то там ходите. У тебя же там проценты написаны. А, кстати, точно. Самый долбанутый. Это Грозный. У Шкуна 49%. Скажи мне вопрос, блять, покажи мне по этой. По карте, где, блять, генератор нахуй. А, ну не на этом этаже, сейчас скажу. На втором? В подвале, Шкун. А я не знаю, как тебе объяснить. Рингвиф Роудхаус какой-то. А, нет, не то. Короче, он то ли в подвале, то ли на третьем этаже, если он ебать, есть. Ебать, мужик! Тут ходит! Чё? Её убили, блядь! Кого убили? Кого убили? Прикольно. А, ну да, у вас активность подскочила. Ты пока про генератор спрашивал. По-братски. Нет, его надо сфоткать. У тебя 23, 24. У вас в среднем 34, еще немножко осталось. Ты ебанутый, иди ты бегай, блядь, здесь. Так ты же бесстрашный, вот и сиди там. Да у меня столько вещей, пиздец. Ну давай я схожу. Давай. Я тебе могу дать распятие. Дай распятие. Все, молодец. Какая-то хуйня передо мной летает. Как будто в рот не залететь хочет. Это все пиздец. Это призрачный огонек. Над ним реально хуйня какая-то летает. Какая? Блять, почему я ее вижу, то какая. А, во, вижу. Блять, над ним реально хуйня какая-то кружится. Ой, нахуй. Ой, в пизду, нахуй. Где тут дверь, блять? Уходите, там камера! Там дверь, блядь, идёт. А, сука, всё пизда. Камеру, уходите! Всё, кажись, блядь, это хуйня. Тут, он... Ты чё сел на жопу, блядь? Встань, ты чё, не мужик, блядь? Вставай, на. Там уж фаза атаки, дурак, ты должен спрятаться. Я генератор включаю. Я дверь открыл, уезжаем нахуй. У нас рассудок-то достиг или чё? Да, всё нормально. Я сейчас без вас уеду. Тут фигня какая-то летает за нами, тарелка. Там знаешь, что такой прикол? Я сейчас объясню. Всё, давай, беги тоже сюда, мы без занятий. А, там прикол, просто дверка закрывается и не открывается. Вот я сейчас вышел, да, она закрывается. Сама, а дверь там врезана. Сейчас открою. Смотрю, даёшь, как сейчас.
трусик. А все, у меня ноль. У меня ноль, блядь, я вообще с ума сошел.